Отлично закрутил. В минувшие выходные шестой раз подряд любители экстремального отдыха собрались вместе в парке 905 года. Повод – турнир по прыжкам в воду на велосипедах Fun Jumping 2017. Для участников это скорее развлечение, чем спорт, но соревновательный момент все равно присутствует. Четыре номинации. Одна из номинаций – это лучший костюм. Следующая – это лучший трюк, больше всех брызг и самый высокий прыжок. Соответственно, в каждой есть свои трудности. Если говорить про костюм, то надо заранее было подготовить его и здесь уже его презентовать. Если говорить о трюке, то, соответственно, райдер уже должен уметь делать какие-то трюки и успеть сделать этот трюк во время прыжка. Отдых на воде, особенно экстремальный, требует определенного уровня безопасности. За порядком на суше следила полиция, на воде – спасатели. К участию допускались все желающие. Обязательные условия – наличие защитного шлема. Двухколесный транспорт тоже должен быть готов к погружению. Достать из воды велосипед без дополнительных модификаций нелегко. Вообще, на самом деле, любой велосипед, он спокойно всплывет. Вот. Единственное, некоторые модели тяжелые могут все-таки утонуть. Я для постраховки поставил себе хотя бы одну камеру, чтобы мне было проще. Выполнить бэкфлип и фронтфлип, сальто назад и вперед, без подготовки практически невозможно, но у каждого участника было несколько попыток. Наталья, единственная девушка на турнире, не ожидала, что сможет выполнить хоть какой-то трюк. Я пыталась просто прыгнуть, но мне говорят, что у меня получилось даже делать сальто, и мне, для меня это было немного неожиданно. Я просто хотела попробовать себя в этом. Окунуться в воду с велосипедом приехали не только ивановцы, но и гости из соседних регионов. В следующем году организаторы планируют увеличить количество участников и создать для зрителей более комфортные условия. За прыжками наблюдали даже с противоположного берега. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.